Эй, я здесь. Всем привет, это AXBT.com с выставки Computex 2016 в Тайване. Мы сейчас находимся на стенде компании Asus, и здесь представлены топовые смартфоны, которые были анонсированы в предыдущий день, в нулевой день выставки. В данном случае у нас в руках Zenfone 3 Deluxe. На данный момент по характеристикам это главный флагман компании Asus. Что здесь интересно? Прежде всего, это цельнометаллический корпус. Причем, на что особенно обращает внимание производитель, здесь нет никаких полосок для антенны пластиковых, как есть на некоторых других аппаратах. На самом деле, конечно, при внимательном рассмотрении эти полосочки маленькие можно заметить вот здесь вот внизу, но факт в том, что на задней стенке действительно их нет, то есть это действительно абсолютно металлический, цельнометаллический корпус. Второй момент. Вытянутый сканер отпечатков пальцев. Выступающая камера, но она очень красиво оформлена. Здесь такое вот зеркальное покрытие блестящее. В общем, такой очень симпатичный гаджет. И аппарат очень хорошо лежит в руке. То есть, действительно, классный, настоящему флагманский дизайн. Что касается характеристик, то здесь Snapdragon 820, здесь Android M операционная система и 6 гигабайт оперативной памяти. Это первый смартфон среди таких крупных брендов, у которого оперативной памяти 6 гигабайт. Мы уже привыкли к 4 гигабайтам, теперь 6 гигабайт. Экран 5,7 дюйма, Full HD, Super AMOLED, что, опять-таки, не часто встретишь у компании Asus. И, конечно, камера 23 мегапикселя. Фронтальная камера 8 мегапикселей. В общем, абсолютный вот такой вот флагман. Оставайтесь с нами, подписывайтесь на наш канал. Будут новые видео с Computex 2016. До скорых встреч!